касается. При желании здесь можно было расценить все это как пас в вратарю, но по сути его все-таки нет. Просто подбор играл Дамиан. Первого тайма. 1-0 впереди Осасуна уже на второй минуте. Единственный пока мяч забил Роберто Торрес. И еще одно важное событие случилось недавно, когда с поля за вторую желтую выгнали опорного полузащитника Бетиса Ноно.